Добрый день, с вами почти ежедневный обзор новостей виртуальной реальности. Данный ролик является продолжением прошлого видео об онлайн-презентации Facebook, где компания рассказывала о новых играх и дополнениях, которые она разрабатывает для своего VR-шлема Oculus Quest 2. Ссылку на первую часть вы сможете найти в подсказке сверху или в описании. 22 апреля в свет вышел Horror Race The Oblivion Afterlife по вселенной World of Darkness. Afterlife рассказывает о фотографе Эдди Миллере, который загадочным образом умирает во время спиритического сеанса в особняке Баркли, который населен призраками. Став одним из них, он должен разгадать тайну своей смерти. Важную роль в прохождении будет играть камера, с помощью которой можно разблокировать воспоминания, фотографируя определенные объекты, искать секреты и постепенно узнавать больше о том, что происходит на самом деле в особняке. Игра вышла для Oculus Quest и Rift. Позже игра появится для Steam VR и PS VR. I Expect You to Die The Spy in the Lair продолжит сюжет первой части о работе шпиона под прикрытием ради спасения мира от господства злобного доктора Зора. Одной из главных задач разработчик из Shell Games ставит передачу игроку ощущение, что он действительно находится в шпионском ретро-фильме. Получится ли у них? Свои догадки можете оставить в комментариях. Игра выйдет в 2021 году на Oculus Quest и Rift, PS VR и Steam VR. Разработчики Arizona Sunshine показали геймплейный трейлер своей игры – кооперативного шутера After the Fall. В шутере игрокам предстоит сражаться с нежитью в постапокалиптическом мире. Действие происходит в ледяных руинах Лос-Анджелеса спустя 20 лет после катастрофы, произошедшей в 80-х годах. Игра будет поддерживать кроссплей между платформами и выйдет летом 2021 года на Oculus Quest и Rift, PS VR и Steam VR. К шутеру Warhammer 40,000 Battle Sister в июне выйдет бесплатное обновление, которое добавит в режим Орды Последний Бастион кооперативный режим, действие которого развернется на трех картах. Цель этого режима – дойти до последней волны и выжить как можно дольше в последней героической битве. За каждое убийство вы будете получать монеты, которые можно потратить в терминале заявок на улучшение оружия и боеприпасы. Собирайте боевых братьев и сестер, чтобы противостоять Орде во славу Императора! Дополнение Freestyle для The Climb 2 добавит в игру 12 новых уровней, разделенных на две части. Первая часть с 6 из них уже доступна в бесплатном обновлении игры, которая вышла несколько дней назад. Вторая же часть выйдет позже. В новых уровнях есть обычные и профессиональные режимы, в которых нет контрольных точек. В игре также появится дополнительный режим, превращающий симулятор скалолаза в ритм-игру с появляющимися и исчезающими платформами. А как вы считаете, что лучше подойдет для игры? Обновление с новыми уровнями от разработчиков или же редактор карт, при помощи которого сообщество само сможет развивать игру, благодаря чему она станет более разнообразной? Ответами делитесь в комментариях. А на этом все. Ставь лайк, если досмотрел до конца это видео, и да пребудет с тобой VR.